При проверке двух магазинов, расположенных в заводском районе, установлено, что продавцы указанных объектов осуществляли незаконную торговлю виноводочной продукцией. Владельцы точек, индивидуальные предприниматели, не имели соответствующих лицензий. Да и продаваемый ими алкоголь, мягко говоря, был сомнительного качества. Впрочем, сами продавцы этого и не скрывали. Почем алкоголь вообще? По 100. По 100 рублей. Вот. То есть вы понимали, что это не совсем законно? Да, конечно. По итогам проверок полицейским изъято около 300 бутылок алкоголя различных наименований, а также емкости со спиртосодержащей жидкостью общим объемом более 200 литров. По выявленным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Недобросовестным продавцам грозит крупный денежный штраф. Всего же за 11 месяцев этого года сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 400 тысяч литров алкогольной продукции. Выявлено 149 преступлений. Денис Желтов, «Вести», дежурная часть, Саратов.